году больше семейный праздник. Все вы пришли сюда со своими семьями, родными и близкими. И я пришла не одна, а со своим двоюродным братом и бабушкой. Здравствуйте, друзья! Привет! Где бабушка? Анися, ну ты же прекрасно знаешь, какая она у нас шустрая. Оставил ее, значит, в фойе выставку посмотреть. Иду за ней, а ее нет. Ну вот такая бабушка. Друзья, вы не видели бабушку вот в зеленом кардигане? В очках, в платочке, нет? Не видели? Она еще ко всем подходила, спрашивала, из какой вы деревни. Бабушка! Нашлась! А, нашлась! Мила, там давайте поаплодируем нашей бабушке! Бабушка, как такие ты могла? Красивые такие все, в пиджаках такие, все рюшечками, такие все. Татары красивые. Да, да, да. А Лагач, теперь праздник такой, столько новых лиц. Так давайте познакомимся друг с другом. Давай. Я предлагаю сейчас каждому сидящему в зале поприветствовать друг друга, познакомиться, назвать, как тебя зовут. Соседу спереди, соседу сзади. Ну, понятное дело, что каждый сел вместе со своими друзьями, уже родственниками. Давайте, смелее. Спереди. Друзья, не стесняйтесь. Тебя как зовут? Давай, давай, скажи. Пожалуй, по-моему, они уже познакомились. Познакомились. А сзади? Сзади. Вот сзади познакомьтесь. Ну что вы? Активнее, да, активнее. Я же не знаю давайте, вас. Давайте, скажите сейчас словом, скажите. Как вас зовут? Вот смотрите, меня зовут Ильяс. А вас как зовут? Ильми. Не слышу. Еще раз, дружнее. Бабушка не слышит не вас. Не слышу. Давай, командуй. Давайте, 3-4. Как вас зовут? О, все слышу. Теперь знаю, как их зовут. Аллагащики, мы же со своими соседями все дружим, знаем друг друга. Вот теперь я всех вас знаю. Теперь вас всех в гости могу позвать. И концерт у нас так называется. Москва – город добрых соседей. Анися, это правда. И на сцену я приглашаю маленькую жемчужину Данию Вахитову, лауреата московского детского конкурса «Энже Пердекляре». Она исполняет песню Нелли Фатеховой «Безмен Тукай» на слова Назифы Каримовой. Встречаем бурными аплодисментами! Thank you.
открывали.